Доброго дня, Ігоре. Вітаю вас на цій конференції зі свободи слова, яку організували ОБСЄ в Варшаві. Тому до вас таке питання. Основний меседж, який ви хотіли донести на цій конференції, вам вдалося це зробити чи ні? Добрий день. Я виступав на конференції два рази, на двох сесіях. І головний меседж, який я пытался донести в обоих выступлениях, был примерно таков. Все знают, что было со свободой слова во времена Порошенко. Все помнят его знаменитую фразу «На чего на свобода слова?» И многие из нас жнецство это на себе ощутили, в том числе и мы с вами. Мы с вами оказались во времена Порошенко за решеткой. Против нас были сфабрикованы уголовные дела. Против моего издания «Страна» велась настоящая война на уничтожение практически всеми государственными структурами, всеми силовыми органами. Поэтому, конечно же, мы связывали большие надежды, ну, может быть, небольшие, но определенные надежды со сменой власти. Вот Порошенко ушел, пришел Зеленский, который, в принципе, как мы все помним, декларировал достаточно правильные вещи, поэтому за него и проголосовало 73%, потом его партия набрала на выборах более 40% и смогла сформировать монобольшинство в Раде. То есть Зеленский и его команда взяли полностью власть в стране. И те надежды, которые были у нас, они были связаны с тем, что прекратятся фабриковать политически мотивированные уголовные дела против этих журналистов, а те, которые уже были открыты и сфабрикованы, их закроют. И вторая была надежда, что прекратятся наезды давления на СМИ из-за их редакционной политики или из-за позиции их собственника. И третья надежда – то, что прекратится беспредел радикалов, националистов, ультраправых, которые нападали на журналистов, устраивали настоящий террор против средств массовой информации, которых они называли агентами Кремля там, или еще как-то. В том числе и они это делали под крылом и под крышей официальных силовых структур, в частности СБУ. Все это было во времена Порошенко, и мы надеялись на то, что со сменой власти начнутся, пусть постепенные, но улучшения. Но то, что мы сейчас видим, пока не дает больших основания для оптимизма. Есть достаточно много тревожных звоночков, которые звучат все сильнее. И это в первую очередь касается ситуации с телеканалом 112 и Ньюсван, который сейчас фактически по беспределу будут закрывать, пытаются, по крайней мере, попытаются закрыть через надсовет, через судебную ее систему. Можно ли говорить, что к этому не причастна нынешняя власть? Это все делают еще представители команды Порошенко, которые есть в нацсовете. Ну, в принципе, в это можно было бы поверить, если бы решением нацсовета бы все и ограничивалось. А так, как бы, идут решения судов. Сейчас судебная система фактически встроена под контроль офиса президента. И те решения, которые принимаются по таким принципиальным вопросам, как закрывать или не закрывать телеканал, они, понятное дело, не могут приниматься без согласования на высшем политическом уровне. Это очень тревожный звонок, и не только для телеканала, но и в целом с точки зрения всех СМИ, потому что если могут закрыть два крупнейших информационных канала, то понятное дело, что также могут потом расправиться и с любым другим СМИ, и с другими каналами в том числе, не говоря там уже о каких-то более мелких структурах. Конечно, и поэтому это очень сильно тревожит эта ситуация. Также тревожит то, что фактически не закрываются уголовные дела, которые были сфабрикованы во времена Порошенко. То есть нельзя сказать, что их как-то активно продолжают фабриковать и муссировать, но их, по крайней мере, не закрывают. То есть это является тоже довольно нехорошим звонком. Что касается ситуации с радикалами и с безопасностью журналистов, то здесь, конечно, нужно дать определенное время новой власти для того, чтобы она смогла показать, действительно ли она настроена наводить порядок, действительно ли она настроена прекращать уличный беспредел националистов, который практиковался при Порошенко, действительно ли националисты за это будут нести наказание, то есть каким образом можно прекратить этот беспредел, только одним. Человек напал на РОВД, какой-нибудь
какой-нибудь там карась, там, да, напал, и его братва напала на РУВД, совершил в тем самом очевидное уголовное преступление. СИЗО, суд, срок. Напали на журналиста в прямом эфире, избили. Нашли того, кто избил, подозрение, суд, срок и так далее. Нашли того, кто фабриковал уголовные дела против меня и против вас. Там, да? Эти фамилии все известны. Да, да. Подозрение, суд, срок. Вот только таким образом можно навести порядок в стране, это совершенно очевидно. И не только, кстати, касательно журналистов. Журналисты – это только часть, а проблема, потому что объектами атак со стороны националистов и ультраправых были и представители нас, меньшинств, и общественные активисты. То есть это в целом проблема, которую нужно решать, и во многом именно из-за надежды, то, что новая власть будет наводить порядок, за нее и голосовали, и за Зеленского, и за «Слугу народа». Вот. Пока мы не видим каких-то вот шагов к тому, чтобы эти все товарищи ультраправые не чувствовали себя хозяевами улиц, но, я повторюсь, нужно отдать время. В том числе очень знаковыми для меня будут моменты, связанные с судом над убийцами Олеси Бузины. Там установлены двое обвиняемых, идет суд, он идет уже очень долго, суд начался еще там в начале 2018 года, насколько я понимаю, а их арестовали первый раз еще в июне 2015 года. Потом, правда, выпустили, они до сих пор гуляют на свободе, то есть обвиняемые в убийстве гуляют на свободе. Идет суд, все, они как бы официально с точки зрения следствия, они обвиняемые в убийстве известного журналиста и писателя, они гуляют на свободе. Вы сидели 400 дней, если я не ошибаюсь. 820. Сколько? 820. Да, вы 820 дней сидели в тюрьме по обвинению в том, что вы настраивали какой-то сайт. То есть вот просто сопоставьте отношения судебной правоохранительной системы, то есть все системы власти, которая была при Порошенко, к тем или иным преступлениям. Те, кто убил журналиста, те гуляют на свободе, ну, точнее, те, кто подозревается в убийстве журналиста, те гуляют на свободе. Журналист, который обвиняется в том, что он настраивал какой-то сайт там, или еще какие-то допускал высказывания, которые кто-то посчитал антигосударственными, он без приговора суда сидел 800 дней в тюрьме. И с большим трудом вышел, и потом еще был, как вы помните, скандал, что выпустили. Да, поэтому тут путь, вот Олеся Бузина – это один очень важный знаковый процесс. Нападение на журналиста в «Ньюс-Ван», обстрел телеканала 112 – это еще одни маркеры. И дела, которые уже заведены по тем заявлениям, которые делала страна. Это нападение на Влада Бавтрука со стороны Алексея Цымбалюка. Напомню, это тот самый знаменитый киллер Бабченко, который по заданию СБУ участвовал в инсценировке убийства Бабченко. Да? Вот. И вот еще одно очень свежее, но, на мой взгляд, очень важное и очень знаковое дело. Мы подали заявление против работника громадского ТВ Богдана Кутепова, который неоднократно, вот в течение последней недели, он неоднократно призывал избивать журналистов прямо на пресс-конференциях. Тех журналистов, которых он считает какими-то неправильными агентами Кремля там или еще кого-то. Он один раз сделал это заявление. Его за это заявление осудила своя же телекомпания. Потом неоднократно повторил, потом сфотографировался с какими-то националистами и приписал, что они ищут дорогу к редакции интернет-газеты «Страна». То есть это, ну, по сути, прямая угроза, неоднократно это прямые призывы к насилию, которые были неоднократно повторены. Поэтому мы подали заявление о совершении преступления по статье угрозы журналистов, угрозы насилием журналистам и препятствия журналистской деятельности. Возбуждено уже уголовное производство. Будем следить, каким образом оно будет идти. То есть вот как доведут ли это расследование до конца, будет ли оно передано в суд и вынесет ли суд реальный приговор по совершенно очевидным фактам преступления, это будет очень важный маркер с точки зрения того, меняется ли ситуация со свободой слова, с безопасностью журналистов в стране к лучшему или не меняется.
Ще до вас таке запитання. Як ви знаєте, Зеленський ініціював процес переходу Нацгвардії з керівництва Міністерства Авакова під крило президента. Яким чином цей процес може все ж таки позитивно вплинути на націоналістів, які чинять безчинства, чи негативно? Тобто це дуже для них буде сильний удар? Чи все ж таки з цього переходу нічого путнього не буде? Я можу говорити от на тому примірі спілкування з поліцією, яка у нас є за останні місяці по уголовним справам, возбужденным по нашим заявленням, о которых я сейчас говорил. Я не могу сказать, что полиция как-то саботирует. Наоборот, она, в принципе, достаточно последовательно ведет эти дела. Она вручила подозрение Цымбалюку, вот что лично для меня было приятным сюрпризом, потому что обычно максимум, чем завершаются любые заявления о преступлениях в отношении журналистов, это то, что возбуждается уголовное производство, которое и хоронится. А тут есть подозрение. Да, Цымбалюка суд не взял под домашний арест, как того просило следствие, но тем не менее есть подозрение и есть вероятность, что в ближайшее время дело уже будет передано в суд. Да, то же самое было достаточно оперативно возбуждено дело по нашему заявлению по Кутепову. То есть полиция на низовом уровне, насколько можно судить, она не занимается саботажем подобных дел. Я подчеркиваю, на вот таком низовом и среднем уровне. Что вполне объяснимо, потому что полицейские, как никто другой, видят, что происходит на улицах, сталкиваются с этим беспределом, в том числе он и их касается. То есть, понятное дело, что полицейским очень неприятно, когда их безнаказанно бьют и оскорбляют какие-то там люди в масках, как это постоянно происходило последние годы. И, конечно же, у них на них зуб там не меньше, чем у нас. Но я говорю вот именно о тех, кто реально работает в поле. Что касается политического руководства, министр внутренних дел – это политический человек, то есть есть нацполиция, есть глава нацполиции, которая входит в структуру МВД, но глава МВД – это политическая фигура. Вот. Насколько изменится ситуация с подходом государства к радикалам и к уличному беспределу из-за того, что Нацгвардия перейдет из подчинения главы МВД в прямое подчинение президенту. Сейчас, кстати, там двоякое подчинение. То есть Нацгвардия подчиняется президенту как верховному главнокомандующему, а министру она подчиняется как структурное подразделение МВД. То есть там это давно уже такое противоречие есть. Но тут вот сказать трудно, насколько изменится эта ситуация. Речь идет о том, что в составе Нацгвардии есть батальоны, которые в свое время были сформированы из числа ультранационалистов. Например, Азов, да, будем прямо называть там, да. Вот. Вопрос в том, если перейдет Нацгвардия из ведения МВД в ведение президента, вот что будет с Азовом, изменится ли отношение к этому подразделению со стороны власти, изменится ли собственно идеология этого подразделения и поведение. Это вопрос. Либо они просто перекочуют, ну, были под Аваковым, станут там, не знаю, под Богданом там, или еще под кем-то там, да. Вот. Это, то есть, я думаю, что здесь вопрос не в том, кому подчиняется Нацгвардия, а в том, соблюдается ли внутри самой Нацгвардии законы и какой там, скажем так, идеологический климат, да. Вот это является первоосновой. Если там поощряются некие там радикальные настроения, то, в принципе, это будет происходить как под Аваковым, так и под Зеленским. Да? Здесь нужно сами по себе подходы к управлению этим формированием поменять. И очень четко и жестко следить за тем, чтобы люди, которые являются по своей идеологии экстремистами, чтобы они не имели каких-то реальных рычагов влияния на силовые структуры.
Ще таке питання. Всі ми бачили скандал, який розгорівся щодо журналіста страни ЮА, коли співробітник Служби безпеки України хотів завербувати фактично вашого журналіста. Да, да. Дуже цікаво, на якому етапі зараз ця справа? От коли ми з вами говоримо, це от сьогодні сповняється рівно год з моменту, як ми опублікували об этом перший матеріал. От год сьогодні. Да, это скандал с агентом Пушкиным, как мы его прозвали, который с шантажом и угрозами пытался завербовать нашего журналиста, чтобы он сливал информацию о том, что в редакции происходит в СБУ. Причем это тот самый журналист, который вел съемку дома Петра Порошенко и его окружения в Испании. И, собственно, именно тогда он и попал в поле для зрения спецслужбы. Именно из-за этого материала она им и заинтересовалась. И она его там поймала там на каком-то якобы мелком преступлении и попыталась его прессануть и запугать, чтобы он сообщал о том, что мы готовим против Порошенко там, или еще против кого-то. То есть это вот была такая абсолютно незаконная вербовка с шантажом, угрозами, в том числе угрозами насилием в отношении самого Славы Селезнева и в отношении его родителей, его мамы. То есть мы полностью все задокументировали, мы сняли и фото, и видео, и записали на скрытую как бы камеру эту всю. То есть полностью задокументированный состав преступления. Потом мы нашли имя и фамилию этого сотрудника СБУ. Все это дело запаковали в заявление о совершении преступления и передали в военную прокуратуру, которая тогда занималась преступлениями преступлениями, которые совершали работники СБУ. И там оно, вот, собственно говоря, до сих пор находится без всякого движения. Тут никакой подозры? Нет, никому ничего не происходит. Но мы, конечно же, сейчас будем поднимать этот вопрос заново, чтобы дело было реанимировано и было вручено подозрение тому сотруднику СБУ, который допускал эти незаконные действия в отношении нашего журналиста. Вот. Ну а как на это будет отреагировать уже новое руководство и СБУ, и Генпрокуратуры, и военной прокуратуры, Госбюро расследований, кто там будет заниматься этим делом, вот это мы посмотрим тоже, кстати, вот еще это к вопросу о маркерах, что-то меняется или нет. Можливо, треба цю справу передати до ГБР, бо якщо ми звонимо, это да, но это вопрос к юристу, ну это вопрос расформували чи не расформували. Это вопрос, собственно, к самим правоохранителям. Есть состав преступления, есть наше заявление, есть очевидный человек, который виновен в этом преступлении, то есть кто именно будет заниматься, военная прокуратура, ГБР там, или кто-то еще, это уже их вопрос, который они должны решить. До речі, дуже цікаве питання, і буде дуже добре, якщо цю справу довести до логічного кінця. Звісно ж, це буде, да, ще одним маркером з точки зору того, змінюється ли ситуація є в країні чи ні. Тобто я просто хочу, щоб мене правильно поняли. Я дуже хотел бы, чтобы у Зеленского получилось все то, что он обещал стране, избирателям, и оправдались те надежды, которые с ним связывают. Я бы очень этого хотел, и когда я говорю о том, что есть там некие емаркеры, я тогда говорю не для того, чтобы потом показать там пальчиком, а я ничего его не сделал, а для того, чтобы власти понимали, что именно является важным, в том числе для журналистского сообщества, что им нужно делать в первую очередь для нормализации ситуации со свободой слова, с безопасностью журналистов. И поэтому я буду очень рад, если у Зеленского действительно все получится в этом плане, и вот те маркеры и знаковые дела, о которых мы с вами сейчас говорим, они все завершатся приговорами, и люди виновные получат реальные сроки. Мне бы очень этого хотелось. Но мы должны понимать, что если этого не произойдет, то чтобы не было иллюзий, что это кто-то там не так посмотрел или что-то не то сделал. Это означает просто, что курс, к сожалению, не меняется. Люди у власти эти поменялись, а курс, в тому числі отношение к свободі слова, к журналістам, остається прежнім. Також відомо, що більшість українців хочуть миру на Донбасі і миру в Україні загалом. Тому таке питання, от така атака на News One, 112 телеканал, яким чином може це вплинути на реальні процеси по мирному врегулюванню конфлікту?
Это очень интересный вопрос, интересный с какой точки зрения. То есть любые крупные такие шаги, как мирное урегулирование на Донбассе и политические решения, которые для этого должны быть приняты в рамках тех же Минских каких соглашений. То есть это назначение выборов на неподконтрольной на территории, передача им особого статуса, который предусмотрен Минскими соглашениями и уже принятым еще в 2014 году законом Украины, который пока, правда, не вступил в силу, представление особого статуса в Конституции и амнистия, много-много других вещей, которые прописаны в Минских соглашениях, которые неоднозначно воспринимаются в обществе, против которых там будет и уже сейчас идет активная кампания со стороны националистов и сторонников Порошенко, которые кричат о зраде, о капитуляции, там, о сдаче позиции России. То есть нужно понимать, что если вдруг Зеленский решится пойти по этому пути, это по сути сейчас это единственный путь для мира на Донбассе, то есть это политическое урегулирование, это выполнение политической части Минских соглашений и особый статус, и выборы, и амнистия и так далее, все то, что предусмотрено, потому что без этого война не может закончиться, она будет тлеть, как и сейчас дальше. Так вот, если Зеленский действительно пойдет на это, пойдет на выполнение политической части Минских соглашений, это будет против него будет колоссальная информационная атака. Прежде всего информационная, может быть, там и какие-то уличные акции будут со стороны тех персонажей, о которых мы с вами говорили. Единым союзником его, до речи, были все 112. Конечно, да. И в такой ситуации единственным союзником это будет из крупных, имеется в виду, телеканалов. Да? Там я не беру сайты, а именно телеканалы. Это 112, это News One, это ЗИК, это Интер. Вот как бы это только эти телеканалы уже сейчас как бы ведут политику именно вот в этом направлении. Если Зеленский пойдет на выполнение политической части Минских соглашений ради мира на Донбассе, то, конечно же, они ему поставят свое информационное плечо. Только они. И если сейчас он пытается именно их закрыть, то тогда да вопрос, а вообще он намерен, вот действительно не на словах, а на деле делать что-то в плане продвижения к миру на Донбассе, либо это просто вот слова были для избирателей и все. И вот это большой для меня вопрос. Либо он как бы не просчитывает эти варианты и не придает значения информационному фактору, информационному сопровождению этого очень сложного процесса. По сути, это процесс национального примирения. Это в любой стране после любой войны очень сложный, очень такой тонкий этап, который очень правильно нужно пройти, в том числе и с информационной точки зрения, может быть, даже в первую очередь с информационной точки зрения. Или он этого не понимает, хотя я в это не верю, потому что это человек изнутри медиа, то есть это не какой-то, ну, то есть это не Виктор Федорович Янукович, который там к медиа имел очень такое дальнее отношение. Это человек, который в свое время возглавлял телеканал Интер, Зеленский, который всю жизнь проработал на телеканалах. То есть он понимает, как это все работает. Если понимает, но все равно продолжает давить 112 и News One, пытаясь их закрыть или лишить лицензии на вещание, то, конечно, возникает вопрос, действительно ли он хочет двигаться к миру на Донбассе или нет. Ще таке питання. Всі ми знаємо, що при Порошенку були прийняті такі резонансні законопроекти, як, наприклад, закон про декомунізацію та закон про українізацію, коли квоти вводили на ефіри, коли законом було предписано, що сфера обслуговування повинна бути чисто україномовна. Яким чином це, з вашої точки зору, може завадити реалізації мінських домовленостей, тому що ми знаємо, що Донбас там абсолютна більшість це російськомовні громадяни. І отже, підписали мінські домовленості, потім прийняли ці закони, які по суті унеможливлюють мирне врегулювання конфлікту. Яким чином треба зробити помітку в Конституції, що на той регіон на якийсь період вони не будуть діяти чи як? Ну, формально как раз Минские соглашения эту проблему, подчеркиваю, формально, они ее решают, потому что особый статус дает право этим областям Донбасса формировать самостоятельно свою гуманитарную политику. Там это прописано. Но
это не снимает в целом ту проблему, о которой вы говорите. Потому что почему вот в Украине должен быть какой-то один регион, на который как бы не распространяются эти все там националистические перегибы, остальные должны их терпеть. То есть это неправильно. То есть и речь здесь идет об изменении всей гуманитарной политики в целом по всей стране, не только касательно территории с особым статусом, если, конечно, они когда-либо его получат, да, потому что, как я сказал, это еще далеко не факт, что новая власть будет в этом направлении двигаться, и пока заявления, которые делают Зеленский и его команда, они как раз говорят об обратном, они говорят, что никакого особого статуса в Конституции не должно быть, там, и так далее. Вот. Но в целом проблема там не касается только Донбасса, касается и других регионов, которые там имеют свое представление об истории, которые говорят на русском языке, и права которых прямо ущемляют те законы, о которых вы говорите. По декоммунизации здесь нужно, я думаю, идти по пути предоставления местным общинам, местным громадам право самостоятельно определять, как им называть свои улицы, как называть города, в которых они живут. Это право самих горожан определять наименование той среды, в которой они живут. Улицы, названия городов и тому подобное. Здесь должно все решаться путем местных референдумов или решения местных органов власти. То есть тут не должно быть никакого насилия из Киева в этом плане. До речі, дуже цікаво, що Зеленський у своїй передвиборчій кампанії обіцяв в першу чергу внести закон про референдуми для того, щоб принципи прямої демократії повинні бути реалізовані. Але ми бачимо, що дуже багато кількість законів вже внесена, і закону о референдумах практично немає. Тому я і говорю, я дуже хочу, щоб у Зеленського вийшло виконати все те, що він обіцяв перед виборами. І це один з прикладів. Так, звісно, потрібні такі закони, які дозволять місцевим спільнотам і місцевим жителям в каждом конкретном городе и регионе реализовывать свое право на волеизъявление и определение тех вещей, которые для этого региона важны. И прежде всего, конечно же, ненормальная ситуация, когда подавляющее большинство жителей бывшего Кировограда выступало против переименования в Кропивницке, его все равно Верховная Рада взяла и переименовала. То же самое по Комсомольска и Горишных Плавин, Днепра и Днепропетровска. Да? То есть много таких примеров, но это все решается путем того, что сами люди на местах или местные органы власти, они решают эти вопросы. Что касается закона о тотальной украинизации, ну, то есть очевидно, что этот закон ущемляет права неукраиноязычного населения, и поэтому его нужно отменять. То есть я даже говорю не о том, что там какие-то правки внести, корректировки, его нужно отменять полностью, потому что это целиком по своей идеологии, по своей методологии, это целиком репрессивный закон, который направлен на ущемление прав тех людей, которые говорят на ином языке, а не на украинском. Ну, прежде всего, мы все понимаем, что речь идет о русскоязычных гражданах, как о самой большой неукраиноязычной общине Украины. Ми знаємо, що дуже зараз часто говорять про формулу Штайнмайєра у рамках мінських домовленостей. Як ви вважаєте, це реально по цій формулі все ж таки більш швидко прийти до миру? Что такое формула Штайнмайера? Это просто более, чуть-чуть более четкое описание того, как должны выполняться Минские соглашения в их политической части, чем это прописано в самих соглашениях. То есть это, по сути, является такой вот дорожной картой того, что уже написано, принято и подписано, в том числе и лично Порошенко в Минске, в первых, во вторых Минских соглашениях, а потом еще утверждено резолюцией ООН в феврале 2015 года. Поэтому там ничего нового не выдумано, просто он объяснил, вот эта формула, она объясняет логистику, как все происходит, последовательность действий.
в полном соответствии с Минскими соглашениями. То есть сначала для выборы, потом после выборов особый статус на временной основе, потом внесение изменений в Конституцию и особый статус на постоянной основе и передача после этого контроля над границей Украины. То есть полная мирная реинтеграция Донбасса в Украину. Это вот то, что прописано в Минских соглашениях и то, что уточнено в формуле Штайнмайера. Этой формуле, если я не ошибаюсь, уже 3 года. И за все 3 года украинская сторона ее категорически отвергала. Отвергала при Порошенко, при Зеленском начались какие-то такие движения. Пристайка вот не так давно заявила о том, что, ну, причем совершенно правильно она заявила о том, что там никакой зрады нет, это все прописано в Минских соглашениях, которые сам же Порошенко в свое время и подписал, его представитель Кучма. Вот, он это заявил в пятницу, потом в субботу приехал Волкер из США, и они дали совместный брифинг, где Пристайка уже сказал, что никто никуда не бежит, да, уже там формулы Штайнмайера нет, выборы только после того, как Украина восстановит свой полный контроль над этой территорией, особого статуса в Конституции нет и так далее. То есть, в принципе, полностью повторил все те позиции, которые были у Порошенко. Поэтому пойдет ли украинская сторона на выполнение этой формулы, то есть на выполнение политической части Минских соглашений, это, конечно же, вопрос. Я думаю, что Зеленский, конечно, хотел бы добиться мирной реинтеграции Донбасса, потому что это тогда его имя четко войдет в историю. Что бы он потом бы не делал, как бы он там не косячил, условно говоря, но если он добьется мирной реинтеграции Донбасса, он, ну, войдет в историю Украины как один из величайших политических деятелей, а в международном масштабе может даже на Нобелевскую премию мира даже претендовать. То есть он, конечно, как человек амбициозный и как человек, который сделал мир одним из центральных пунктов своей предвыборной программы, конечно же, наверняка хотел бы, чтобы это было. Но для того, чтобы пойти по этому пути, ему нужно определенное политическое мужество. Потому что есть внешнее давление, я говорил о Волкере и оппозиции в целом американцев, которые, я так понимаю, они не сильно хотят, чтобы этот конфликт разрешался быстро и мирным путем, что позволило бы потом восстановить отношения и России, и Европы друг с другом, что невыгодно американцам, поэтому они как бы на словах, да, они за Минские соглашения, там, да, за мирное урегулирование, но как бы, как только доходит до дела, сразу же позиция их меняется, они говорят да, но нет, там, да, и вслед за этим и украинские власти тоже повторяют «да, но нет». Да? Вот. Это один момент. Второй момент – это внутренняя угроза, которая выражается в постоянных заявлениях националистов о том, что выполнение политической части Минска и формулы Штайнмайера – это капитуляция, это зрада, поэтому будет новый Майдан, поэтому мы всех там снесем, захватим офис президента там, и будет всем ай-яй-яй. Там, да? Вот. Поэтому вот в силу этих вот двух очевидных угроз и очевидных таких факторов давления, конечно же, трудно Зеленскому и его команде принимать решения в пользу реализации Минских договоренностей. Но здесь просто нужно делать выбор. Либо мы идем к миру, и тогда нужно идти на эти шаги, думать, как нивелировать эти угрозы. Опять же, я считаю, что не нужно преувеличивать роль внутренней угрозы вот со стороны националистов и радикалов. Мы все помним, Порошенко подписывал Минские договоренности. Да, сколько мы помним, сколько они все собрали на выборах, там 2% там, все эти объединенные националисты Свобода, Нацкорпус и Правый сектор набрали там 2 с копейками процентов. Порошенко там и 10% не набрал. Да? Их поддержка в обществе, ну, она минимальна. Общество, наоборот, оно склонно к тому, чтобы закончить войну миром, чтобы ситуация в целом в стране нормализовалась, и люди хотят в целом жить в нормальной, мирной, стабильной стране с понятным будущим, да? Вот. И с понятными отношениями с соседями. Поэтому общественная поддержка этих шагов, если на них пойдет Зеленский, я думаю, однозначно будет. То, что будут какие-то протесты националистов там, с лозунгом
флангами не капитуляции, но как они обычно ходят, да, будут, но тут, ну вот на это есть правоохранительные органы, на это есть там структуры, которые должны предупреждать провокации, возможные беспорядки. На эти структуры тратятся огромные деньги с госбюджета, вот как бы они и поэтому сам Бог велел им делать так, чтобы в случае, если политическое руководство страны примет решение двигаться к миру, чтобы никто этому движению не помешал. Всі ми знаємо, що в Україні у багатьох олігархів дуже сильний вплив як у політиці, так і на економіку України. Тобто ми бачимо за останні 5 років, що олігархи нікуди не зникли. І з вашої точки зору, от якщо ми беремо конфлікт на Донбасі, олігархи зробили якийсь позитивний внесок, щоб був мир в Україні, чи більш негативний? Олигархи – это такое неоднозначное явление в Украине. С одной стороны, олигархи являются источником коррупции. Источником коррупции, источником вот тех вот паршивых правил игры, которые существуют в целом в Украине. Отсутствие справедливого суда, огромные деньги не поступают в бюджет из-за того, что нужно выполнять хотелки олигархов. И, как говорят в известном фильме, они путают свою личную связь с государственной. Там, да? Вот. И, ну, это объективная картина, здесь от нее никуда не деться. К сожалению, наши олигархи не обладают каким-то таким государственническим мышлением. Они настроены на зарабатывание быстрых денег, там, поставить свои, отхапать у государства какое-то месторождение, поставить своих людей на какое-то госпредприятие, чтобы те там доили его там, и вымывали оттуда деньги на счета, там, завести свой банк и получить рефинансирование НБУ и вывести миллиарды долларов там, на свои офшорные счета через него. То есть это как бы их практика. Да? И тут никаких иллюзий ни у кого нет. С другой стороны, они являются вот некими носителями суверенитета Украины, да? Потому что они настроены на то, чтобы страна не попадала в критическую зависимость ни к Западу, ни к России. Потому что только в такой ситуации они могут балансировать на интересах и Запада, и России, и как бы выторговывать какие-то преференции и добиваться ситуации, когда их никто особо не трогает, когда ни у Запада, ни у России нету какие-то там определяющего влияния, чтобы их можно было всех хлопнуть, забрать у них активы и передать там или российским компаниям, или западным компаниям. Вот. То есть и ситуация там до 2013 года, которая была до 2014 года, для них была идеальная. Да? Поэтому вот, ну, мы помним, они при Кучме балансировали там многовекторность, и там Ющенко пришел, пытался перевести все в западную сторону, но тоже у него это не получилось, потому что там были парламентские выборы, на которых партия регионов победила, стал Янукович премьером, потом Юля стала премьером, но тоже она начала колебаться там в сторону России под конец своего премьерства. Вот. При Януковиче тоже были попытки выдерживать этот баланс. После начала войны это все прекратилось, и с Россией отношения обнулились, влияние Запада резко увеличилось на ситуацию в Украине. И, конечно же, олигархи, вот если с ними поговорить не на камеру, а в личных беседах, то они понимают, что это для них угроза. Определяющее влияние Запада на ситуацию в стране для них это угроза, потому что они понимают, что у Запада есть свои олигархи, и поэтому рано или поздно наступит момент, когда скажут, ну, ну ребята, мы вам помогали. На честную конкуренцию. Да, мы вам помогали в войне, мы вас финансировали, когда вам было трудно, когда вы воевали с Россией, когда была война на Донбассе, ну, надо как бы теперь отдавать долги, вот, надо вводить правила такие единые для всех. Ну, понятно, что когда правила единые для всех, то в конкуренции там ExxonMobil какой-нибудь там или еще какой-то там мега-западная корпорация и каких-то наших олигархов, ну, понятно, кто победит. Поэтому... А эти процессы уже идут? Они идут, конечно же, они идут, они шли при Порошенко,
Порошенко, несмотря на то, что Порошенко сопротивлялся этому очень сильно, ну, потому что он сам по себе олигарх, он тоже не был заинтересован в том, чтобы там по звонку из американского посольства здесь все происходило, потому что он тоже хотел иметь там какую-то возможность для маневра. Вот. Эти процессы не продолжаются и при Зеленском. Мы видим правительство, которое сформировано, но сформировано из людей, скажем так, понятных Западу, да, которые долгое время работали в структурах, которые получали западные гранты, работали с международными финансовыми организациями. Премьер-министр Алексей Гончарук, это вот типичный представитель, он возглавлял офис эффективного регулирования BRDO при правительстве. Это та структура, которая на гранты западных стран готовила проекты реформ для правительства Яценюка и Гройсмана. То есть это фактически человек, который был причастен к экономической политике прежней власти. И сейчас он стал премьер-министром. Тимофей Милованов тоже из той же примерно категории, там поддерживал все те реформы, которые были при Порошенко. То есть в правительстве очень сильно влияние западного вектора, и то, что Зеленский пошел на формирование именно такого правительства, указывает на то, что он также вынужден считаться с тем колоссальным влиянием, которое страны на Западе, в первую очередь США, получили на ситуацию в Украине. Но опять же, вот мы видим интервью Коломойского, которому приписывают большое влияние на Зеленского, и он там бьет в колокола, говорит о том, что нужно от этой зависимости избавляться, МВФ это мародеры, нужно выходить из ВТО там, и так далее. Но уже ситуация немного другая, и курс страны, возможно, еще и можно поменять, но для этого нужно как минимум закончить войну и восстановить отношения с Россией, чтобы восстановить второй вектор, который поможет балансировать ситуацию ее в стране. И в этом плане олигархи, конечно же, наверное, были бы и рады, чтобы ситуация многовекторности восстановилась, но повторюсь, для этого нужно, чтобы политическое руководство страны имело мужество пойти по этому пути, несмотря на внешнее давление, на внутренние угрозы. Всі ми бачимо, як, по суті, кожну неділю точно захоплюють якусь церкву, якийсь храм. Тобто прийняли закон так званого церковного рейдерства, по якому група націоналістів вибиває двері, викидує парафіян звідти, викидує священнослужителів, і вони таким чином силою захоплюють храм. А потім за допомогою цього закону і таким чином оформлюють документи, що цей храм переходить в формат там ПЦУ чи Київського патріархату. Тобто, що робити з цим законом, з вашої точки зору? Його треба відміняти, чи його треба змінювати, чи як ці процеси ненормальні в Україні зупинити? Тут нужно поступать так же, как и с законом о тотальной украинизации. Этот закон нужно, закон о церковном рейдерстве нужно отменять, конечно же. Это абсолютно неконституционный закон. Насколько я знаю, его действие приостановил суд. Я просто не следил в последнее время за этой темой. Вот. Но, конечно же, на уровне парламента этот закон нужно отменить полностью, ну, как абсолютно обрядовый, и который только провоцирует церковные проблемы и религиозное противостояние. А это можливо сделать через Конституционный суд? Да, можно и через Конституционный суд это сделать, но если у Зеленского есть монобольшинство в парламенте, и он даст команду, то я думаю, что там проблем не возникнет. Тем более, что вот там можно там говорить о Зеленском, что он не выполняет, пока не выполняет часть каких-то своих обещаний, но вот что касается ситуации в церковной среде, то после того, как ушел Порошенко, в принципе, явно заметно, что накал противостояния и накал государственного давления на церковь, он снизился. То есть для Зеленского это не тема, на которой он собирается строить свою политику, в отличие от Порошенко. Дякую, що знайшли час відповісти на всі наші запитання. І я думаю, що ми ще не раз запишемо з вами коментарі та інтерв'ю. Спасибо. Дякую. Спасибо.